Добрый день, уважаемые коллеги. На самом деле, столько уже контрастов разных было представлено. Самый безобидный контраст – это ультразвуковые. И объясню почему. Потому что совсем недавно, на самом деле, в нашей стране применялось достаточно большое количество ультразвуковых контрастов. Но произошел какой-то момент такой переломный, когда их практически не стало. Не стало в нашей стране вообще, а в мире стало их очень мало. И обращаясь к ультразвуковым контрастам, хочу вам сказать, что, как всегда, новое – это что-то хорошо забытое старое. Итак, на самом-то деле эффект контрастирования был открыт, ультразвукового контрастирования, в 1968 году. Дженнер открыл совершенно случайно, как всегда. Во время стандартной ангиографии было отмечено, что ультразвуковое усиление наступает в М-режиме, ни с того ни с сего. Тут же доказали другие исследователи, Кемкау и Кребер, доказали, что на самом деле ультразвуковое усиление происходит за счет того, что образуются маленькие пузырьки воздуха при введении обычного рентгенологического контраста. И за счет этого улучшается изображение внутреннего просвета аорты. Обратите внимание, 68 год, а ультразвук в клинику вошел только в 62 году. Вообще изображение тогда было двух типов. Самое первое – А-режим, который на самом деле это спектроскопия ультразвуковая, и М-режим, который ну, сейчас достаточно сложно представим в чистом виде для исследования каких-либо органов, кроме сердца. Итак, первый ультразвуковой контраст – это был обычный физиологический, так называемый взболтанный физиологический раствор. Он взбалтывался в двух шприцах, вводился внутривенно и контрастировались в основном вены. Это был очень короткоживущий контраст. И потому он был короткоживущий, что он не имел никакой оболочки. А, собственно говоря, это были обычно пузырьки воздуха. На самом-то деле, даже без взбалтывания, при введении физраствора комнатной температуры в кровь, появляются пузырьки воздуха, поскольку он растворен на самом-то деле в любом физрастворе. И вот этой разницы температуры и градиента достаточно, чтобы образовались микропузырьки. Однако этот контраст оказался очень короткоживущим. И исследовать можно было либо только венозную систему, ну, в общем-то, и все. А задача стояла, в основном, хотели исследовать паренхематозные органы, хотели добраться до своих старших братьев, рентген, КТ, там, но добраться не получалось до той поры, пока не получили контрасты, имеющие оболочку. Так называемые оболочные ультразвуковые контрасты, они разного калибра, микропузырьки, там, в среднем сейчас вот на современных контрастах 2,5 микрометра, и они проходят, микрона, и они проходят через капиллярное русло малого круга кровообращения, и таким образом из венозного русла попадают в артериальное и позволяют исследовать и артериальную часть нашего организма. Итак, что они дают? Они дают высокую эхогенность, и они стабильны, за счет чего мы можем исследовать и артериальное русло. Современные, вот, можно как представить, обычный капилляр, эритроциты, размеры микробаблов, микропузырьков сопоставимы с размерами эритроцитов. Современные контрасты, в принципе, здесь практически представлены все современные контрасты, которые используются во всем мире сейчас. Во всем мире, но, как всегда, не в нашей стране. В нашей стране используются всего два вида контрастов. Это старый безоболочный физраствор, в составе которого воздух и оболочки нет. И Санавью – это единственный препарат, который в нашей стране зарегистрирован с февраля прошлого года, ну, у взрослых. Значит, фосфолипиды, оболочка состоит из фосфолипидов, ну, в общем-то, с родственным мембранным компонентом клеток, он не токсичный, фосфолипиды. И наполнение – это газ инертный, гексавторид, серы. Остальные перечисленные здесь контрасты в нашей стране не используются, хотя одно время достаточно активно используется эховист и львовист. Ну, и вот принципиально, как он выглядит. Это ультразвуковой контраст с микропузырьком, имеющий оболочку и внутри содержащий газ гексавторид серы. Он разрушается частично, постепенно и выводится через легкие. Он абсолютно не токсичен. Показания применения – это эхокардиография, доплерография, диагностика объемных образований, в основном в паренхематозных органах. Вот
Это пример применения простейшего контраста физраствора в нашей педиатрической практике. Это обычное введение контраста, внутривенно ввели контраст болюсно, не контраст, а физраствор. И мы видим, что абсолютно не контрастируется левое отдело сердца, что говорит о том, что нет коротких шунтов, артериовенозных шунтов легких. А второе изображение, как раз с правой стороны, мы видим, что появляются пузырьки воздуха. Ну, во-первых, их не так много, но они есть, но их немного. Это говорит, что да, есть шунт, артериовенозный шунт, но его интенсивность низкая. И, в общем-то, не обязательно этого пациента эмболизировать, его можно наблюдать. Это педиатрическая практика. И на этом практически контрастирование в педиатрии заканчивается в нашей стране. К сожалению. К сожалению, потому что на самом деле ультразвуковые контрасты позволяют расширить диагностические возможности ультразвука, в том числе позволяют во взрослой практике, позволяют оценить лучше полости сердца, позволяют оценить даже перфузию миокарда и специальные программы, которые позволяют оценить. Мы этого всего лишены, к сожалению. Контрастирование Доплера при исследовании сосудов позволяет улучшить визуализацию просвета структур, особенно гипоэхогенных бляшек, которые, к сожалению, мы их не всегда можем увидеть на ультразвуке, да, на достаточно низком уровне приборе оценить множество нюансов, которые по-другому мы не оценим. А как мы знаем, основной нюанс, основной плюс ультразвуковой диагностики перед остальными видами лучевой диагностики – это мобильность и возможность использования где-то в полевых условиях у постели пациента, в операционной, в реанимации. И не все портативные приборы имеют достаточно высокое качество изображения и доплеровское изображение. Ну, пример. Доплерография обычная, хотя на самом деле это экспертного уровня прибор изображения, и это с доплеровским, с контрастным усилением. Транскраниальное исследование достаточно трудоемкое исследование, поскольку очень сильно зависит от плотности височной кости и визуализации самих сосудов головного мозга. Однако при контрастном усилении визуализация в разы улучшается. И используют у взрослых используют для определения различных метастазов в паренхиматозных органах. Это в этом случае в печени, которые, к сожалению, не всегда четко можно визуализировать в серой шкале и не всегда в доплере хорошо видно. За границей достаточно часто, вот мы с Михаилом Олеговичем одно время слушали наших немецких коллег, которые говорят, что мы контраст используем очень широко. Мы видим травму, есть кровотечение, вводим контраст, и мы смотрим, есть там, попадает, затекает туда контраст, попадает, значит, это вот травма сосуда, и лечим. На самом деле нас тогда это удивило, однако есть случаи, когда есть подкапсульные гематомы, которые, к сожалению, не очень хорошо видны в серой шкале. А тут вопрос стоит или-или. Введение контраста четко позволяет визуализировать, то есть у нас диагностическая уверенность выше намного. Ну и перечень противопоказаний, который был когда-то составлен, он так и остался, он никуда не исчез. Однако, на самом деле, практически все эти противопоказания, как бы так сказать, условные, слегка надуманные, потому что токсического действия ультразвуковых контрастов не было доказано, даже тех старых, не говоря уже о новых контрастах. А физраствор сам по себе безвредный. Ну и есть противопоказания, такое как детский возраст до 18 лет. Слава богу, что физраствор запретить нельзя. Да, это хорошо. Но на самом деле по последним сведениям, вроде вот в некоторых наших московских центрах вроде бы взяли на клиническую апробацию. Нет, не взяли? А я слышу, что взяли. Нет, но я вам скажу, 14 числа мы с Зубарем на эту тему разговаривали. Пока, глухо.